все-таки потеряли. Не, ну слушайте, нет, все-таки таким составом тоже бегать нельзя. Кого? Одного синего, да? Сколько у меня свита? Сейчас написано. Размер свита 40. А сколько народ в свите? Так. 34. Я думаю, надо 20 красных. Раз. Да, 10 синих. 20, 10, 30, да? 5 тех, я думаю. 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Все! Да, вот так я думаю. Точно? Да, все, максимум. 40. Все-таки без пехоты тяжеловато на одних этих ребятах. Если б синие хоть, ну, немножко были помощнее, что ли, как-то, это... Ну, действительно, помощнее. Но они уж больно, они слабенькие. Хоть бы броня у них была, хоть бы танковать они могли, я уже говорил в первую часть, но действительно, если бы они хотя бы могли танковать. Здрасте. Ну и где? Наверное, тут база где-то неподалеку. Думаешь, это то, что мы должны были искать? Ага, не хочу даже думать, что мы нашли не ту секретную базу. Так. Минуту. При таком раскладе в топку этих красных, вы что в таком количестве? Пошли менять обратно. Это, оказывается, еще секретно. Блин, ну как взять тот осколок? Я хоть убей не понимаю. Я же не могу ими. Но назад-то они вернуться не могут. В том-то и прикол. Хотя, может, они могут тухнуть. Ну, блин, не знаю, что-то как-то. Раз, два, три, четыре, пять. Нет. 7. Так. Красные! Все! 27, да? И 40 максимум. Осталось 13. 2. 4. Как-то ой, так. 12, 10, 27. Нормуль. Как-то так. Все-таки бурх надо больше. Раз там имперцы, какие нафиг синие с красным? Что, с ума сошли? Смазка. Смазка, блин, для ножей. Я-то не совсем понял, этот эльф. Это эльф был или эльфийка? Может, у нас там новая госпожа нарисовалась? Хрен поймешь, я так не вижу. Не, по-моему, все-таки эльф. Да, по-моему, все-таки это эльф. Ну ладно. Эльфийки не будет. Печально. Импелцы! Вы что тут забыли, блин? Заблудились, что ли? Нам дорогу подсказать. Нет времени на любезность. Впрочем, я и не собирался тебе ничего любезного говорить. О, вредина. А ты вообще кто, дядя? Туда направляется большое имперское войско. По поручению королевы Фебы, ага, вразрез с моими собственными убеждениями, я предлагаю тебе перемирие. Если ты согласишься последовать за мной в последнее убежище. Ну ладно, пойдем. Хрен с вами. Цехов, вы первые начали, между прочим, вообще-то. Они реально первые начали проблемы создавать. Я вам. А вот и, видимо, королева Фева. Я не слишком рада, что мы снова встретились. Да, да, да. Тем не менее, у нас появился общий враг. Враг, который силен и неутомим. Угу. Я говорю о империи Солярия. Его, да, фигня. Войско слишком велико, чтобы мы, ой, с ним справились поодиночке. Она предлагает нам дружить. Ну да. Но вместе у нас есть шанс. Конечно. Кто бы предложил дружить, если бы беззаботно купался в золоте и в жемчугах? Точно. Я знаю, что ты ищешь в тех землях. Если ты согласишься на мир, я отправлю Флориана, чтобы помочь тебе. Хм, он попрыгунчик. Помощь в поисках сердца башни будет очень кстати, повелитель. А королеву потом можно и убить. Ну окей, а что делать-то? Эй! Блин, да куда у нас еще один делся? Черт! А что? Собственно, а что? В чем задача-то? А, пойдем за Флорианом. Пойдем. Так, стоп.
А, ну то есть других вариантов нет. А, типа Флориана мне... Следуй за мной, погубитель природы. Ой, цыц. Сами первые начали. Давай пойдем. У меня есть подозрение, что он сейчас просто перепрыгнет через все это дело. Потому что у меня там других идей, кроме как пустить синих на убой, чтобы они тухли в этих лужах. Других... Остальные осколки находятся за воротами, которые я для тебя открою. Давай. Как бы других вариантов у меня даже не было. Красные! Синие! Я тоже хочу так прыгать. Спасибо. Ты охренел, чудовище? Неплохо для погубителя природы. Идем дальше. Нет, а куда у меня делся еще один? Бурый, красный, синий. Не думал, куда делся один синий. Просто исчез опять. Смешно. Одеть шутник. Попрыгунчик, блин. Синие! Так, ребят, прогуляйтесь, найдите тут все, что нужно. Ну вот опять, пожалуйста, я говорю. А, ну вот он, кстати. Синие! Блин, я замучаюсь здесь. Я нашел осколок! Прямо как ужасные остроухие щеки. Так. Это откуда такой красивый? Да я вот думаю, блин, может реально одних синих взять? Слушайте, реально, давайте-ка. Красные! Давайте-ка я действительно одних синих возьму. В конце концов. Толпой. Как это? Так куда ты ядрить в корень? Брось отсюда. Вы выбрали все. Поехали. Так, это, видимо, на возврат, да? Отлично. Я говорю, сейчас драться бы с ними, представляете, с обычными ребятами. Я бы с ума сошел здесь, без дураков, как бы. Просто, ну, просто вот контролировать всех, да? Даже огненных. Ну что, тащи. А что вы застряли там? Так вот расчищать себе дорогу. Ага, вот в чем засада. То есть сюда я
сюда без огненного... А, подожди, так это... Это вот там я сверху на это все дело. А, нет, подожди. Вы нашли катализатор заклятий. Удивительные вещи иногда валяются прямо под ногами. То есть там нужен огненный, да? То есть совсем без огненных не получилось, да? Вот так эта тема. Не зря заглянул. Да куда ж ты, дурак, прешься-то, ведь сказал? Да выйди! Да ты что делаешь-то? Да выйди ты оттуда! Почему он идет к ней, блин? Дурдом какой-то, блин. Я ему говорю, назад иди. Нет, он назад. Он упрямо это... Возвращается в обратно. Так, короче, нужны зеленые. Нужны огненные. Один зеленый как минимум нужен, да? Нужен как минимум один зеленый и один огненный. Окей. Так, раз, два. Так, мы... Ага, прибежал. Так, один огненный, один зеленый. Синие! И кого мы, блин, потеряли? Синих можно было убрать. Синие! Так, сейчас надо будет разобраться с огнем. Да идите вы... Алло, ну сколько можно вас направлять? Блин, нажимаю, нажимаю. Раз нажал, два нажал, три нажал, блин. Так, огненные. Это вот здесь, да? Зеленые, красные. Идиоты, бляха. Ну почему? Чё ж вы в огонь-то лезете, блин? Так, а где еще? Синие! Ну, вроде как он нас вводит по нужным точкам. Сейчас попробуем за ним походить. Может, я что-то упустил? Блин, я тоже хочу как эльфа. Ну, я же здесь был. А, да? Так, стоп, нет, подожди.
Идея, конечно, хорошая, но подожди. Так. Так, значит, поехали. Бурые! Вы выбрали всех! Ток зеленый. Зеленые! То есть 13 буров, 10 и 7 таких, да? Не, ну он нас ведет обратно, как бы. Да? Он нас вроде как выводит. Ну, я так понимаю, мы все здесь нашли, потому что, ну, а что, мы все обошли. Больше там идти некуда. Скорее всего, да. Ладно, давайте посмотрим, куда эта тропинка нас приведет. Ага, так, давай. А, вижу еще один осколок, окей. Золотишко. Хорошо, очень хорошо. Даже замечательно. Вот последний осколок. Бери его, и мы вернемся в убежище. Все! А ну-ка, ребята. Постойте-ка тут. Зеленые, красные. Тебя нет. Бурые. Зеленые, синие. Красные. Фу, да уж. Смогли. Они нашли нас! Нашли! Мы обречены! Обречены! Синие! Это эльфийский преступник! Отсидите! Молю о милосердии! Зачем нам милосердие? У нас есть правосудие, эльф! Хм. На арену его! Чё-то... Он что там еще и описывался? Думаю, этот бой на арене будет совсем коротким. А то нам не придется убивать. Да блин, что такое? Ломай, засранцы. Так, погодите-ка, я что-то понять не могу.
Давайте берите еще. То есть, подождите, мне сейчас что надо? Мне сейчас надо драться или убегать? Прям категорически. Вон что. Красные! Вы выбрали всех! Красные! Ну да. Это дело безнадежное. Все! Синие! Вы выбрали все! Я бы тоже знал, что надо убегать. О как! О как! Урье! Красные! Зеленые! Бурые! Красные! Зеленые! Все! То есть, в принципе, драться можно. Раздербанивать этого козла, блин. Чуть полезное с него выпадает. Убежать я еще успею. У меня неожиданная армия. Чего не выделяю? Убейте их! Синие! Убейте эльфа! Убейте друзей эльфа! Синие! Прячься где угодно! Мы все равно найдем тебя! Красные! Солярий, вам не скрыться! Нет, к сожалению, тут мы не выигрываем. Красные, синие. А кого потеряли? Пару буров. Бурые, красные, зеленые, бурые. Да, тут мы, к сожалению, не выигрываем. Или выигрываем все-таки? Я откровенно не понимаю. Можем мы выиграть или не можем? По-моему, нет. То есть, мы, по-моему, мы не можем на них нормально нарваться. То есть, если сейчас убрать, например, всех зеленых, от которых толку в прямом боестолкновении никакого. В смысле? А, сорян. Допустим... Да, 3, 4, 5. Соответственно.
Я просто хочу понять, можно ли здесь уничтожить вот этих засранцев? Вообще хоть как-то? Или они прям, как говорится... Нет, это бессмысленная трата. Бессмысленная трата войск. То есть, если я что-то здесь не могу сделать, то... 1, 2, 3, 4, 5. Пятерка у нас синих. Перекомпонуем немножко. Нет, ковать я больше не буду. То есть смысл нет. То есть как бы они просто не поддаются, как бы. Тут типа что ты не можешь взломать этот строй и все. Никак. При этом тебя самого бьют тоже очень легко и не напрягаясь. Непонятно, можно ли было спасти этого эльфа. Непонятно. Ну, видимо, нет. То есть задача единственная, вот сбежать от имперского войска, все. Ой-ой-ой-ой. Вы выбрали все. Одного красного, к сожалению, потеряли. Да, я это видел. Это было очень жаль. Но эти были без Центуриона, и, видимо, без Центуриона они не очень хороши. Походим. Ломать эти заграждения не надо. Они нас спасают от стрел, как выяснилось. Это свои заграждения. Ты ж гаденыш. А, тут типа скат, что ли? Да ладно, серьезно. А, прикольно. Так, а нам куда? Мы, собственно, где и нам, собственно, куда? У меня так-то есть серьезный ряд серьезных претензий к этим козлам. Вообще-то. Так, ага, туда я не могу. А, ну понятно, все закрыто. Ну, значит, только на выход. Да, то есть тут ворота закрыты. Отсюда я пришел. Ну, все тогда. Бизым! Видимо, чувака с арены придется доставать каким-то образом. А какая задача? Оживить сердце башни, что остались в убежище. Ну, это вроде свои. Здравствуйте, девочки. Нет, они не покоряются мне. Ну, окей. Видимо, нет. А жаль, я бы этих зеленых, как их называют-то, нагов, с огромным удовольствием зацепил. Блин, дайте хилку, а. Бесит, конечно, такие ситуации, когда типа, вот, центурионы, и все, ты ничего с ними сделать не можешь. Ну что за нафиг вообще, блин, что за дела?
Здрасте. Кто это там? О! Не мочить, а добывать. Всякое полезное. Я понимаю, что местным может и не понравится, но мне надо. Блин, сколько народу потерял, а? Зазря, черт бы побрал. Владыка тьмы, я собрала артефакт, но в нем осталось очень мало силы. Имперцы пытаются пробиться к нашему последнему убежищу, а оттуда в твой мир. Если вы решите нанести решающий удар по императору Солярию, то я позволю вам зарядить артефакт энергии четырех убежищ, что в нижних вещах. Это будет означать смерть для созданий, что живут там. О, как хорошо, что я живу не в ее владении. Да, уж действительно. Во время войны приходится принимать тяжелые решения. Надеюсь, эти несчастные умрут безболезненно. Надеюсь, что этот предмет стоит жизни Флориана. Я боюсь, что он недолго будет оставаться среди живых. Особенно, если Солярий отправит его на арену. Подходящая судьба для милого паренька. Ступайте, у нас мало времени. Мадам, а мы как бы выбрались с этой арены. Может, это... Дадите нам это дело как-то все обстряпать. Я бы сгонял с ним на... за ним на арену. Делов-то. Один раз выбрались, второй раз выберемся. Тебя, конечно, второй раз вряд ли нам дадут так красиво путешествовать. Ну, чек же королева очень странная. Так, это что? Бурые, красные, синие. Кого, блин, не хватает? Тут не хватает. 37. А, они в лифт поперлись, ясно. Нет, стоп, ребят, подождите. Вот тут сначала надо все проверить на предмет полезных вещей. Например, золото, вкусняшек и всякой другой фигни. Ну что, никак не доломать, блин? Окей, золото взяли. Убежище нижнего мира. Вообще нормальный подход такой, да? 13, 10, 7. Не хватает троих. Бурые. Давайте так сделаем. Поехали. В глубину убежища. Да. А может это сначала там всех, кто внизу-то живет, того? Ну, типа там, ребят, валите отсюда. Сказать, чтобы не помирали за просто так. Это что-то как-то это, знаете... Геноцид штука веселая, никто не спорит, но, бляха-муха. Тут как-то без нашего активного участия все это происходит. Мне категорически это не нравится. Ну? А чё? А, вы сферу там оставили? А молодцы. Так, раз, два, три, четыре. Так, ну, молодец, блин. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так, пошли. Вперед. Ну, распределил, чтоб уж... Одних и тех же не отправлять. Синие, все! Бурые, вы выбрали всех. Ну и? Зарядить святилище сердца. Ну и как это делается? Прикажите прислуги магнитки сердца Барси к убежищу, чтобы немного его подзарядить. А, так я вроде около него. Используйте заклятие ауры тьмы на кристалле, чтобы перенести его энергию в сердце башни. А-а-а. О, это твоя круглая штука. Как жалко. Я думала, она должна блестеть. Чего? Я могла бы использовать ее в качестве трона. Сидеть на ней, как королева. Тебе бы больше пошло быть под ней.
Как бы там ни было, повелитель, вам нужно вернуть сердце башни. Оно еще не полностью заряжено. А что сейчас случилось? Она скинула, что ли? И куда у нас опять делся еще один прихвостень? Черт бы его побрал, а? Ну серьезно, заколебали. Ну сколько можно, блин? Опять у меня одного прихвостня нет. Смотрите. А, то есть тут можно пройти. Ничего не понимаю. Нет, куда-то потащили, кстати. Кого? При этом пострадало не меньше десятка этих маленьких уродцев. Под кого опять нет? Нужно вернуть его, пока они не попытались сделать из него свой домик. Окей. Куда у меня постоянно пропадают мои мелкие, блин? Не, ну вернуть это понятно, а там-то что такое? Успеете сломать еще. Ну, что-то взяли. А вот это что за место, я не понимаю. Тут очень странно. Там кто-то прыгает. А, типа пауки, что ли, здесь нужны? Ха! Ясно, окей. Здесь нужны пауки, запомни. А еще главное, вот так побежал вперед, думаю, ну блин, бежит, значит, может, все нормально. Ну окей, окей. Запомним. Вот так-то, карлики. Пора искать следующее убежище, повелитель. А ну стоять. Да блин, достали, отвалите. Да подберите ее, елки-палки. Ну чё, блин, алё. Отлично. Там им и место. Поспешите, пока они опять не выкопались. Ребят, ну подберите, пожалуйста, то, что там лежит. Ну сколько вас может туда отправлять, блин? Один раз отправил, два раза отправил. Ну... Вы выбрали все. Что-то у вас это проблемы явно какие-то. Ну подберись. Куда? Так, тут видимо фармилка, да? Синие. Снова. Вперед. Да уж, взрывоопасные карлики, это весело. Слишком. Поспеши. Я не хочу, чтобы солдаты попали в иной мир. Тут и без них имперцев хватает. Да ладно тебе, что-то. Ну попадут и попадут. Делов-то. Как попадут, так и пропадут. Так, это нам все не нужно. Батхил, блин. Сколько времени требуется. Ого. Это надо будет долго тушить.
проклятие ауры тьмы на кристалле. И серьезнее! Скотыш. Это дар земли! Ух ты, блестящий дар! Скорее, нужно отнести его к остальным! Вы выбрали всех! Это что за хрень? Синие! Все! А что делать-то, не понял? А ну замри.